Привет, YouTube, привет. Вот новый проект. Вот у нас Jetta. Форсик. Вот то же самое градом побило, но красочка тут такая, она как бы скрывает вмятинки. Но если присмотреться, все это есть там. На крыше. И бока побило вот эти. В таком освещении без лампы, конечно, особо не поснимаешь. Ну, понятно, что от хорошей жизни люди не будут ремонтировать. Вот видно. Собственно, тут цель не ямки поснимать, а цель их сделать. Вот поэтому потихоньку, как говорится, помолясь. И не торопясь. Надо приступать и аккуратненько все сделать. Ну вот, это мы на машинку смотрели. Невооруженным глазом. А теперь вот мы видим. Снежит, правда. Вот, ну. Средненькой побитости пульсик, скажем так. Я вот никак не настроюсь с освещением. Вмятин как-то видно глазом, а вот на камеру особо не хотят они сниматься, скромничают. Ну ладно, я еще раз говорю, не в этом суть. Надо брать и делать. Вот так вот мы работаем. Град частенький, но достаточно, скажем, миленький, шоколадный. И, как я уже говорил, немецкие машинки. Вот. Они более приятно делаются. Вот самыми маленькими вот такими грибочками. Не видно, да? Так, на воде с вискостью. Вот самые маленькие грибочки. Я ими работаю. Вот. И достаточно неплохо. Клеем дергается это все. Вот. На небольшой выдержке. С небольшими усилиями. Практически выдергивается вмятинки. Можно сказать, почти в норму. Ну, там, чуть-чуть подправить. Опять же, еще раз скажу, металл очень такой благодатный, приятный. Пока, конечно, я еще на ребра никуда тут не влазил. На какие-то проблемные участки, но... Ах ты, камера не хочет снимать. Не передает она. Вот они. Малюсенькие шишечки я надергал. И они довольно-таки успешно забиваются. Ну, не хочет она снимать золотого цвета. Вот, сливается все. Ну ничего. Работа идет. Так что вперед. Работа идет потихоньку. Вот как я уже говорил, град мелкий. Что, так сказать, не может не радовать. Вот, ну, частенький, ничего страшного, зато довольно легко и приятно он удаляется, поэтому, ну, опять же, легко и приятно это по сравнению с тем, что я вот завершил буквально вчера проект Kia Ceed. Там я, конечно, на крыше, прям скучно мне было, какие-то моменты, конечно, было очень сложно, вот. Поэтому по сравнению с тем, то и работа, эта работа как бы для меня как отдых. Вот. По сравнению с теми проблемами. Здесь град мелкий, удаляется практически хорошо, бесследно. Что не может не радовать. Ну все, пора дергать. Потихоньку продвигаемся по стоечке. Вот. В общем, дела идут.
резкость не хочет наводиться. Она не хочет снимать практически ничего на машине. Вот там еле-еле видно эти вмятины. Сливаются. Вот. Одну поймал. Вот видно такой цвет автомобиля, что снять красиво не получается. Потихоньку движемся. Вот. Спереда, как говорится, к заднему стеклу уже приближаемся. Потихоньку равняется. Ну, потом еще начисто надо будет пройти, просмотреть. Вот, ну так, как говорится. Насколько мне позволяет снять съемка и насколько я вижу, получается чистенько. Так что это не может не радовать. Вот, поймал вмятину. А вот она шишечка. Такая прям такая. Пальцем прям хорошо чувствуется. Так что не особо тут все маленькое. Ну ничего, все делается.